Так, управляем кондиционером. Вот с помощью этой нижней крутилки. Нажимаю на нее. Появляется вот такой выбор меню. Так, короче, здесь вот здесь направление потоков. Либо вверх, либо дополнительно на себя и вниз, либо просто вверх и вниз, либо просто вниз. Все, убираем автомат. Так, возвращаемся, main, вниз крутим, да, управление все, либо нажимаем, либо крутилками. Все, очень просто. Вниз крутим, так, крутим вниз, нажимаем, все, мы вышли. Еще раз нажимаем. Так, вот так включается кондиционер. О, слышишь, как заработал? О, холод пошел. Можно, в принципе, оставить так на постоянку. А C это Air Conditioning, это кондиционер. И оставить здесь авто. Кстати, когда кондиционер включен, авто не отжимается. Можно рециркуляцию включить. Пока отключаем. Вот, но наверное на постоянку на кондиционере. Он, конечно, на автомате будет включаться, но лучше включать вручную, я думаю, когда надо. То есть мы здесь отрубаем, нажимаем, отрубаем. Все, здесь у нас авто будет только вентилятор. Причем, смотри, вентилятор. Вот автоматик блоуэр, это автоматический режим вентилятора. У нас стоял на стронге вот так вот, и он постоянно дул. Вот если на нормале меньше, я стоял сейчас на weak, это слабый. То есть, в принципе, дует нормально, где-нибудь скорость, наверное, третья. На нормале четвертая скорость, а на стронге пятая скорость. Я думаю, что вот как раз нормал самое то, а вернее weak. Все-таки нормал громковато. Weak, наверное, самое то. Все, крутим вниз, main нажимаем, все. То есть, когда тебе надо кондиционер включить, то есть, я сейчас стоял на weak, вроде нормально. Вот. Жарко, включаешь кондиционер, нажимаешь сюда, раз, вниз крутишь, еще раз нажимаешь, все. Кондиционер включился, заработал. Все, крутишь до конца, нажимаешь main, все, вышло. Так, и видно, AC, это как раз кондиционер включенный. То есть режим вентилятора авто, направление авто. На улице 25, здесь 23 градуса выставлена температура. Так, отключаем кондиционер. Все, main.